градика. Настроение отличное. Приходил клоун, затейник. Развеселил того, кто-то плакал у нас. Кто у нас плакал? Ах ты! Так что, вызывали клоуна? Так, остановились. Держим бабушку за ручки. Держи бабушку Мама, за карман. Сама идти. Нет, карман. Ручку держи. Вот, хочу вам тоже показать, что и у нас уже открылись вот такие почты, когда ты самостоятельно получаешь. Ой, боже мой, пушинки летят. На такой почте самостоятельно получаешь посылочку, бандероль, уже ни от кого не зависишь. Так что мой муж уже тоже получал посылочку от мамы в тренде. Правда, долго не мог понять. Он попал просто не на тот бокс. Ксюнечка, пойдем, зайка. Ксюш, пойдем. Очень-очень у нас жарко. Очень-очень-очень. Просто нереально жарко. Мы отменяем даже прогулку в парк. Как? Ну, сейчас немножко блинчики мы приготовим. Что тебе помочь? Печенье. Ну, давай, давай, давай. Ксюша, стой. Ксюша, стой. Вот так держи, чтобы не рассыпалось. Все, догоняем. Догоняем лилипутов. Да, из садика мы идем с хорошим настроением. А в садик, конечно, не то. В садик, конечно, мы идем не так радостно. Иди помогу. А, все в порядке. Все в порядке. Очень-очень жарко. Очень жарко. Поэтому пока мы в парк не идем. Девочки, бабушки, будете помогать блинчики заворачивать в яблочный конфитюр? Ксюш, да. Будешь блинчики бабушке помогать в конфитюр заворачивать? Угу. Или в мясо? В мясо? Конфитюр? Отлично, хорошо. Все реставрируют. Все работает. Нет, ну, в конфитюр и мясо. Можно в конфитюр и в мясо. И в конфитюр и в мясо? Угу. О, какой будет рецепт суперовый. Вот это будут блинчики. Яблоко с мясом. Это будет очень-очень вкусно. Так, здесь у нас мотоциклист стоит с крутым, наверное. Мопедом. Здесь курсы у нас. Здесь у нас какая-то пекарня. О, машина какая огромная. Да. Кто-то что-то подпер. О, что-то авария. Наверное, авария. Кто-то что-то подпер. Бампер. Украина. Украина. А, девочки, авария. Повторим еще раз. Все, пойдемте. Пойдемте. Так. И там какая-то ситуация. В общем, что-то тут происходит. Так, девочки, взяли за руки. Даша, Ксюша, возьми Дашу за руки. Все, идем вперед. Молчим. И просто идем вперед. У нас тут очень большой табор, поэтому мы проходим просто мимо. Ага, ГАИ приехала. Все, мы прошли. Какая-то авария. Приехал табор. Фура очень большая. Может быть, вы там увидите. Большая фура. Что-то сломлено, переломлено. Приехали сразу цыгане. Уже полиция приехала. Фура пережала какие-то машины. В общем, туда шла, ничего не было, оттуда идем. Такая ситуация. Видите, как за рулем надо осторожно. А здесь у нас школа автопопи, попи авто. И женщины сдают, сейчас идут экзамены у них. Мы видели сегодня на мотоциклах, вчера мы видели на фурах. Вот таких больших женщины сдают. Вон, видите, стоят. И большой табор приехал. Очень большой табор приехал.
Вот у нас Мисс Поп. Это школа. Смотрите, женщины и на фурах, и на автобусах, на троллейбусах, и на мотоциклах, на мотороллерах. Вот школа. И машины с экзаменом уже. Экзамены. Написано экзамены. Вот это что? Вот такая вот школа. И можно женщине пойти на все виды транспорта. Вот. На все категории. Идет, придет сама с собой. А как дела в садике? Хорошо. Так что, клоун приходил? Ксюшу успокаивать. Клоуна вызвали, чтобы Ксюшу успокоил? Угу. Ксюша, тебе не стыдно было клоуна тревожить? Или ты всем детям праздник создала? Ксюш, ты для всех детей клоуна позвала? Стоп! 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 Оно стало. Это что такое? Стоп! Возле бабушки. Налево, направо. И маме в окошко. Мы без ключа. Мама! Все. Мам! Все, мы без ключа. Мам, вон она! Все.